И что там у вас происходит? Что вам рассказывают? Когда вы будете уебывать с нашей земли? Не знаю. В керівництво что? Никто ничего не говорит. Никто ничего не каже. Думали, чем быстрее, тем лучше. Чего вы вообще сюда приходите, хлопцы? Вы что, с ума там посходили все, или что? На поезд. Я пытался, зеленый РПЗ. Фамилия твоя называй. Завгородний, я Виктор. Завгородний, в тебе же украинская фамилия, елки-палки. В тебе фамилия я. Жила. Жила. Так они даже отче наш не знают. Поверхность. Орда, ежеси на небеси, да хранится имя твое, да прибудет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как и на небе. Надо выучить, хлопцы. Хоть на российской мове. Чи на украинский. То, что только отче нас, это орда не знает. Поранення, что их там на госпиталь будем, чи что вести? Да. Да? Да, на госпиталь. А ну, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Громче. Героям слава! От так! Скажи! Слава Україні! Громче! Слава Україні! Героям слава! А хто Путін? Путін хто? Путін. Хто Путін? Хто він? Хуйло, блядь! Говори громче! Хуйло Путін! Чого раніше не збіжали від них? Раз, куди було збігати, хлопці? Раз. Ах, мужики, мужики, зрадники ви українського народу. Сім'ї, де ваші? Діти, де? Дома, там того діти є, а в того нема. Ну, моліться Богу, хлопці. Ай, мужики.